Не-не-не, что тебя спрашивают, что ли? Кобзон, видел тебя, Серов на обои вызвал. Нет, еще не видел пока. Официальное письмо еще не пришло. Кобзон, читани рэп, я тебе чем? На рэпера похож, что ли? А солнце светится им одинаково. Кобзон, вызов на бой кинули, ну что, примешь, а хули нет, да? Я уже его принял, я по мне лично звонил. Договор ты скажи, я принимаю. Я принимаю его вызов. Он мне лично звонил, я ему сказал. Я говорю, да, давай. Сегодня тренировка. Гонорар? Полтора ляма нахуй. За сколько готов выйти? За 20 миллионов. Это говорит, ты что, драться что ли не хочешь? Может, тебе столько не заплатят. Буратино, все понеслась, я блядь, какой нахуй Буратино? Я Виталий, ты вообще про что? Сейчас начнете, блядь, всякую хуйню. Скажи, дядя Юра, блядь, вызывает, вся бригада, нахуй. Тренировка пьем. Да. Это этот, протеины. Да. Сейчас он попьет и в качалку пойдет. Ну. А как проверять на допинг? Перегар, окна запотели. И все, кто в радиусе 3 метра упали перед тобой. Ну. Кобзон, ну, получится, я же тебе говорю, Саш, вылезай. Ты, блин, только вот побегаешь и сразу опять туда лезешь. Заболеешь все. Ведь. Ангинана. Ангинана. Кобзон, мы за тебя. От души. Гаш, Гашкуш ушел, все. Может, я его, может, он меня. Еще не знаю. Да я вас обоих. Ну, это не спорим. Здорово, Кобзон, Гашек. Здорово, здорово, Юрий. Я только что говорил. Да все, будет, тебе будет, надо будет, каждому будет, отдельно все будет. Объяснять. А сейчас весь день будет так. Весь стрим. Ты напиши где-нибудь, блядь, во весь экран. Будет бой. Мой хуй. Твоей гибель. Кобзон, что за глыба рядом сидит? Это телохранитель. Я его менеджер. Менеджер. Все вопросы к нему. Да. Кобзон, когда на рыбалку? Хуй его знает. Когда с госпиталя выпишут? Кобзон и Денис из Благовещенска. Здравствуйте. Только я хрен знаю, когда он сейчас состоится. Пьяный бой. Он еще пока мне точно-то не говорил об этом. Пьяный мастер будешь там. Он мне просто по пьяни позвонил. Согласен? Я говорю, согласен. Все. То есть он говорит, принимаешь? Я говорю, да, принимаю. Вот и все. Это, на это как? Эпифанти? Как вы? Эпифати? Как вы? Стринги, да, под трусами? Эпифантик, короче, туда, короче. Кого? Куда? Называют. Эпик фантинг. Эпик файтинг. Да, туда, короче. Где там этот... Да, 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 да. В клетку. Я еще не сказал. Да, в клетку. В этой, в будке, как Гриша, да? Да, нахуй, в будке. В будке тесно. Телефон. В будке уронить нельзя, нахуй. Есть только саму будку. Ну, купайся, купайся, сынок. Купайся. Лыги. Да, еще какие, блин. Бурлыги. Бурлыги в другом месте, нахуй. Бурлыги, это сразу видно из качкожи. Да, конечно. Фанат прям так. Это пробурение. Нет. Бурлыги. Бурлыги там и называют. Да, это там называют, хочу пожрать. А зачем драться? Бурлыги. Какой повод? Да. Ну, блядь, Таисия, если он сам хочет, нахуй, что хули нет, ты. Я что, против, что ли? Димарик. Тем более охотник. Он сам, тем более он сам на стриме. Здорово. Тем более он сам на стриме очень много наговорил. И что я теперь. Давай, я тебя жду. Так-то могли бы, нахуй, просто, нахуй, вот, встретиться, нахуй, он в поле, нахуй. Расхуярится, нахуй, все, вот и все. Нахуй, он сам, блядь, на обозрение это все выкладывает, нахуй. Я-то этого, нахуй, не хотел. Он хоть этого хочет, нахуй. Как он там говорит, бухать, нахуй? Я не хочу драться. Он хотел коллаборации, нахуй, вот она и будет ему. Как он там галочки свои показывает, нахуй. Все прекрасно понимают. Хайп ему нужен, вот, вот, вот. Это зависть, это называется у него. Я буду каждый раз повторять, что ли? Ох, ёбля. Кобзон, готовься. К чему мне готовиться? К чему? К пиздюлям. К хорошим. Как он сказал? Один раз в челюсть, а потом ногами просто запинай нахуй, как гада говорит. Кого я вижу там? Кобзон, ты силу уважаешь. Да какая нахуй сила, ептам? Вот сила, нахуй. Кобзон тебя вырубит, не лезь туда. Да, тебя убьет. Да, поухает. Тем более он, блядь, наполовину это титан, нахуй, ептам. Там пластин, нахуй, я не знаю. Да про кишкоблуду все знают давно. Нет?
Ты как Серов стал стриму вести, блядь. Да нет, я просто терпел, блядь, ну чё? На каждую хрень отвечаешь. Ну чё ты, садите все, садите. Он, блядь, чё-то пиздел, я, блядь, этого не хотел даже, нахуй. А тут, блядь, хуяк мне, нахуй, звонят, нахуй, или звонят, блядь. И говорят, что он тут, блядь, на бой, блядь. Я, блядь, перематываю, смотрю, я просто охуеваю, нахуй. Я его даже трогать, сука, не трогал, блядь. Но если, блядь, он здравый человек, блядь, мог бы позвонить, сказал, ну приди поговорим, блядь. Ну он вышел бы в поле, нахуй. Друг друга ебало бы, блядь, набили. Братан, вот контент надо снимать, давай драться. А он, блядь, сука, стал, нахуй, это все на обозрение вытаскивать. Ну вот кто он после этого, блядь? Кто? Вот сами посудите. Был бы здравый, нахуй, он так, нахуй, не тупил бы, блядь. Сколько тебя просил бородатик? Кобзон, боишься? Нихуя, даже не грамотно. Ну он трясется весь сидит, не верьте. Я вот теперь сейчас мне это... Мальчишки, он просто говорит, блядь, он тебя угандошит, нахуй, иди, извиняйся перед ними, на коленях, нахуй. Там, дядь Дим, прости, пожалуйста, я больше так не буду. На коленях, нахуй, с цветами. Я ни в коем случае, блядь, не герой, ничего, он пиздит, я пизжу, нахуй. Просто, что, блядь, когда он пиздел, нахуй, мы все молчали, блядь, игнорировали, нахуй. А про него тут что-нибудь скажешь, нахуй, он на следующий день сразу звонит, ты что, блядь, охуели, что ли, там, ебаный в рот, блядь. Ну, а теперь пускай названивает, нахуй. Вообще, похуй, блядь. Да, он сейчас мазаться будет топ-пластина, то есть он сейчас начал делать. Да, да, Дэн, совершенно верно, нахуй, так оно и будет, ебать. Или просто позвонит мне, скажет, давай встретимся, нахуй, возле подъезда, нахуй. Поговорить надо, нахуй. Начнет там, ты чё, это. Ну, как обычно, короче. Это. Ну уж, если он сказал это, я думаю, что пускай тогда сделает, нахуй. Он мне позвонил сам лично. Антох, я вызываю тебя на бой. Через три месяца, нахуй. Он мне сам лично позвонил. Ты принимаешь, понимаешь? Я думаю, то, что он, ну, на стриме был. Он, ну, на громкой был. Я думаю, так. Вот он мне говорит, ты принимаешь мой бой? Почему я этого не знаю? Он говорит, ты согласен? Я говорю, да, согласен. Он говорит, как там, за деньги? И так, нахуй. Я говорю, да мне похуй, как это. Денис, последний раз, когда вы звонили, и все. Да, я-то откуда знаю, нахуй. Последний раз вот как раз мы и перестали. Ну так вообще телефон пообщаться. Привет, пока. Будет такой же бой, как с Митяем Шилу. Бля, ну там. Там пиздатый бой получился. Блять, нормально. Я даже нахуй на его слова не обижаюсь. Меня просто бесит то, что он, блядь. Я говорю, блядь, да нахуй, я даже не хочу это повторять, даже нахуй. Это одно и то же, блядь. Я не могу это.